Мафия со стримером, и Макривский говорит, бывает, блядь, за название дизлайк сразу. За название дизлайк, блядь. Потом посмотрим, блядь. Потом посмотрим за поведением. Потом посмотрим за поведением. Потом посмотрим за поведением. За поведением Twitch Fam. Я не вы, я вам дать знам. Как смотрю, так и хочу. Который мне сейчас стоит. Оу, нихуя он выдал, блядь, ауф. Кто это, блядь, кто это? Ебать, сразу лайк. Охуеть. Как смотрю, так и хочу. Я реально такую хуйню пиздал? Как смотрю, так и хочу. Который мне сейчас стоит, сука, 8 лямов, блядь. Нихуя, блядь, алё. Ебать, пизда. Ебать, сис перестарался нахуй, не туда воткнул. Hey, comrade. Officer Чебурашка. Осторожно. Когда-нибудь Диман соберется. Он такой кровать, да. Пиздит ваш школьников, блядь. Да его пойди на. Когда-нибудь Диман соберется, блядь, и рассыпется. Нормально было, не? Письку смазал и встал. Я твою маму ебал. На-на. Это опять я, блядь, это опять я. Знаешь, где я вырос, чмо? Мелф, Сентри Блан, чё обизываешься в чате, Тексика? Согласен, душите, блядь. Донатер всегда прав. Если донатер сказал, что кто-то уёбок, значит кто-то уёбок. Пока кто-то не задонатит больше, чем предыдущий донатер. Не крипайте это дерьмо. Я ебал, а шо поделать? Блять, ебать, у кого я себя слышу, пиздец? А! Ух ты, блядь, ебать! Ебать, Дина отлетела, нахуй, смотрите, просто. Слышу. Просто смотрите. А! На, нахуй, улетела, блядь. А старый сразу, ты чё, хуёб? После мафии поговори. Поверите или нет, неважно, в общем, я буду смотреть дальше, всё, всем спасибо. Ну, неважно. Иди нахуй. Огромное спасибо, братишкин. Слово Макривскому. Вилон, я тебя захуярю. Это опять дефолт. Все, я все сказал. Спасибо огромное, Владимир, за вашу речь. Рыцарь Макривский, ваша минута. Так, надеюсь, блядь. Сука, ну что за человек, блядь? Скажите мне, что с этим человеком не так? Понимаете, он. Если его закрыть, блядь, в одной комнате, блядь, с этими, с мягкими стенами, потолками, блядь, он все равно найдет. Знаешь, где я вырос, чмо? Найдет способ себя уебать бог. Как-то. Пошел ты нахуй, блядь. Спасибо за 50, теперь ты нищий. Рыцарь Макривский, ваша минута. Так, надеюсь, самострел, блядь. Блять, все видят, что я четвертый говорю, я еще никого не послышал, чтобы. Девятка, зачем седьмого кихать? Мы сейчас кихнем первого игрока. Ну, хорошо, ты мы вообще... кихнем сейчас с первого, потом с да, хорошо, хорошо. Все, заебись, давайте. Макрица, в смысле семерку и девятку? Да, девятку съебалась, блядь. Что мы говорим или что? Мы съебалась. Есть 3 секунды. Бля, сука! Выходи, блядь! Что? Пизда лами, блядь. Готовьтесь плакать просто. Сука, блядь! Ебать, макчикины улетели просто. А кто сказал, что курицы, блядь, не летают? Просто посмотрите. Улетели, блядь, как нахуй в теплые края. Сука, блядь! Рили, блядь, неуютная хуйня. Рили. Ну я не умел жопу потирать. Там еще эти туалеты были. У меня теперь страх. У меня всегда был страх туалетом. Очко просто. Ну, типа, туалет, очко. Ну, просто, ну, нету жопу сесть, просто очко, надо присаживаться. Ну, типа, становиться как-то раком. Я до сих Помехал, пор не умею... Поехал, нян! Спасибо, Джонни Клипса, за сабочку. Добро пожаловать в семью уродов. Это мы, блядь. Спасибо за саб. Срать. Я и серьезно до сих пор не... Я боюсь, что я насру себе в трусы. Или насу себе в трусы. А дальше что мне делать? Как мне быть, блядь? Какой долбоёб вообще эти туалеты придумал? Как, блядь, человек срать будет? Я ни разу в школе не срал, я срал штаны, блядь, похуй. Ну как, блядь, вот это вообще, блядь? Ты садишься, блядь, я еще так сажусь, у меня жопа как раз на трусах. Ну сейчас буду ссать и тупо на капсе буду ссать. Не, это пиздец. Большой. А ты бы сам смог бы жить, каравай?
Куда он сам смог, он, блядь, из комнаты, блядь, в дверной проем не пролазит, блядь. Да не, я бы... Его мама маслом смазывает. Ебать, это такая охуенная распевка. Просто это, блядь, гениально. Ну, типа, это легендарная распевка. Я не знаю, как это называется просто. Душевненько, знаешь, как будто хочется взять эту гитарку, но я не умею, конечно, и вот так просто дринь-дринь-дринь. Зачем она берет мужские письки в рот? Зачем все это? Зачем? Блядь, самый охуенный лирический рэпер, блядь, современности просто. Цените, пока он есть. Я хуйло вообще полное, блядь. Кто хуйло из вас, я понять не могу. Я хуйло, на нахер! Макрыса, сам ты урод. А я нищий теперь у, на нахер. Это въебал 150 просто вот так, ради того, чтобы сказать, что ты нищий, блядь, да я, мы без тебя это поняли, спасибо. У меня вчера просто свет выбило. У меня просто вчера свет выбило на мафии. Там позвали Марка, блядь, и Модесто. Потом я захожу, блядь, говорят, ну идите, блядь, мне так неловко было, пиздец. Мне больше всех неловко было в этот момент. А, ну ты, если ты, то ладно. Ты не хуйло, я хуйло. Это я хуйло, блядь. Это я хуйло. Это я хуйло, блядь. Я хуйло здесь. Я! Я хуйло, сука, блядь. Я, нет, блядь. Я, блядь. А ты что молчишь? Ты ведёшь себя как долбоёб. Хуйло я здесь. Я хуйло. Я хуйло. Андрей хуйло. Ты хуйло, блядь. Ты хуйло, блядь. Ты хуйло. Чат, кто хуйло? Чат, кто хуйло? Показывай своего брата, блядь. Я хуйло здесь. Вы чё, охуели? Я надеюсь, что вы поддержите сейчас, скажете я, типа... Ну, типа, я, типа, не я, а я, это вы, ну... Вы плод моего воображения, так что ебальники завалите и напишите просто я в чат. Так будет правильно. Я, типа, не я, типа, вы. Типа, я от вашего... Ну, вы поняли, да? Вы долбоёбы? Типа, вы до сих пор не осознаете, что вы обычная проекция. Вы все у меня в голове, типа, мне похуй, вы говорите, потому что я на подсознательном уровне думаю, что вы напишите ты, хотя я говорю вам написать я, но вы при этом пишете, вот, теперь пишите я, блядь, потому что я сражаюсь в своей голове, блядь, у меня сейчас две личности там сражаются и... Угу. Я не понимаю, почему этот человек трется возле Дины, блин. Где Дмитрий Ликс? Где Дмитрий Ликс? Факт. Просто ты находишься среди человек? Пацанов. Дмитрий Ликс, пожалуйста, разберись. Тяжелые снайперки. Здорово, сейчас, Диман. Или нет? Да, конечно. Здорово, кровачик. Здорово, Диман. Да. Все, Диман? Че, все? Все пишут минус жена. Да в смысле минус жена? Все нормально вообще. У нас чисто игровой контент. Вы рофлите, что ли, пацаны? Да, он тут так трахает, что я бы не сказала, что это игра. Не понял, блядь. Это что за молодая, блядь, сосочка была там только что на фоне у Дмитрия Ликса под столиком, видимо? Это кто? А, Крис Вейв, блядь, ясно, блядь, потянуло на старых фортнайтеров, блядь. Потянуло, блядь, на... Угу. Увидела мужичка, блядь, при дробовике синем, блядь, и все, сразу прыгнула на него. Ну, понятно, блядь. Ну понятно, друг друга изменяют. Вот найс отношения у Димы и Дины. Он так челов убивает. Опа! А! Я шо ты пропустил? Почему? На нахер! Ку сладенький. Когда разоблачение на Хесуса, меня заебал этот уебан прилизанный. ПС, хватит булить Ксяшу, она же девочка. Согласен, не надо булить Ксяшу, давайте кого-то другого будем булить. Кого будем булить? Давайте кого-то другого булить. Знаете, почему вы написали сейчас тебя? Потому что это я подумал в своей голове. Я подумал, что вы написали тебя, и вы написали это. Я твоя... Задумайте, вы еще не осознаете, что вы, типа, вы просто конструкция, блядь, в моей голове. Просто невидимка. Вы невидимка.
госпожа, потому что как только я тебя забанил, я запретил тебе здесь писать. Я выбираю, когда ты можешь писать, а когда о, нет. О, блядь. Пошел нахуй. Нихуя отсюда. Ты. Твоя госпожа против того, чтобы видеть тебя здесь. Уёбывай. И знай свое место. Ой, зря, блядь. Нищий ёб с маленьким членом. А меня, блядь, за что? Алло, блядь. Блядь, где-то я ее видел. Ребята, где-то я ее видел. Где-то я ее видел. Вам не кажется, блядь, что вы ее где-то видели? Мне кажется, она, блядь, в мафию играла. Там был большой такой огромный Дон со своим большим стволом. Она тогда играла за мирного жителя. И ее проверяли, блядь. Не знаю, Дон просыпался каждый раз и проверял только ее. И ему говорят, она мирный житель, а он все равно ее проверяет и проверяет, проверяет и проверяет. Ебать, у него флешбэк только что, наверное, был. Ебать, улетел. Простите меня, господи боже, что происходит? Кто я? Куда пришла? Ой, да, Аня тоже на поддержку не будет брить усы, парня. Я их никогда не брила. Волосинка попала. А! Ты тварь! Ты козюльку мне на руку! Ты долбоёб ебаный, блядь! Ты... Кто голосует против игрока под номер 8? Раз. Два. Голосов не три. Осталось. Иди нахуй, слышь, да, блядь. Типа, чё, сам умный? Хуярь его, блядь, всё. Ты чё, блядь? Прикольно. Бузер. А? А чё ты как будто этот плавленый сыр какой-то? Какой, блядь? Ну, плавленый. Ты меня, блядь, сыром не называй, блядь. Скорее, ёбаный. А ты реально бустер какой-то плавленый сыр, слышишь? Бля, ребят, нахуй. Не бустер, блядь, это дырявый такой сыр просто... Дырок нахуй дохуя, больших, маленьких, блядь, просто все в него. Ты же несколько дней подряд такой. Я одну кладку орёшь, а потом такой плавишься, понял? А не, дядь. Какой-то слабенький, Слава. А ну въеби, там долбоёб сзади, кто стоит. Да без проблем, дядь. Всё, чисто разок его попусти, блядь. Можно с ноги, блядь? Можно с ноги, блядь? Ну пиздец. Я на четвёрке буду. Вот, это чётенько, кстати, было. Да не, блядь, реально плавленький сырок. Ну вот так, блядь. Так бьет только плавленый сырок, блядь, вот этот. Специально есть звук. Хорош, красиво, блядь, дядь, вообще. Пошлите, говорит, играть. Мы такие, пошли, хватаем. Приходим, ага, а его уже и нету, блядь. А мы еще бегаем, как долбоебы, блядь. А мы сидим, что-то ждем, ищем. Ссылку на игру. Эвилон, скинь ссылку. А? Вилон, скинь ссылку. Пиздец, его мясо. Вилон, а он, сука, подразнивает нас, подсвистывает нам. Вадя. Вот он, и пизды получается. Речи, поехали. Короче, я не знаю, почему на меня Макривский гонит. Ну, это, наверное, просто... Он всех погнал. Да. Необоснованный. Сил. Андрей, не думай сейчас. Ответь на мой вопрос. Машина твоей мечты. Жопа. Ты... Стоп. Мы вчера это видели. Либо это шиза, либо мы вчера это видели. А, реакция, блядь. Ебать, я долбоёб. Да, сука, не... Да всё, ты чего, блядь, не выёбывайся на нахуй, блядь. Что-то ты, блядь, распетушился нам в камеру. Там в чате. Сказал не думать, я ответил, блядь. В смысле, блядь, снизу? Что снизу? Снизу нихуя нету. TwitchFM. TwitchFM, ебаный, почему ты вставляешь... Почему ты вставляешь, блядь, нарезки, которые уже были? Сил. Андрей, не думай сейчас. Стоп, ребят, мы это уже видели где-то, вам не кажется? Он сейчас скажет жопа. Машина твоей мечты. Жопа. Вам не кажется было? Я даже скипну этот момент, потому что это уже было. Даже скипну этот момент, потому что это было. Дизлайк въебал, блядь, TwitchFM за такое.
Можем кого-то подпушить. 3, 2, 1. Выходи. Охуеть. Ко мне. А, давайте отмотаем, посмотрим все-таки. Думать я ответил, блядь. Машина твоей мечты. Жопа. Мне опять не надо было думать или надо было думать? Машина твоей мечты. Жопа. Такой пиздец, у нас контент уебанский на самом деле. Просто нарезки так выглядят. На всей картине не так уебишь, ну согласитесь. Вся картина, когда вроде смотришь, все хорошо. А когда типа отдельные моменты, полный пиздец. А еще должен кого-то подпушить. 3, 2, 1. Выходи. Стоп, мы, кажется, это уже видели. Мы это уже видели, вам не кажется, что мы это уже видели? Блять, ну, дизлайк уже стоит, как бы тут уже нихуя не сказать. Ко мне. Он у себя на респе. Знаешь, где я вырос, чмо? Фабаю бы подрубила стрим. Как ты относишься к тому, что у нее там сейчас армия пиздализов, включая Эвилона, который ей в чат написывает? Да, я скажу честно, я видел, как вчера Эвилон пытался свой носик засунуть ей туда, блять. Угу. Так что я не понимаю этого Вадима, да, блять. Что-то влюбился малёха, да? Вам не кажется, что Эвилон влюбился в Фобоёба? Дим, не пикай. Да я попасть. Да он на респе у себя, я же говорю, я попасть. Зачем ты пикаешь, малыш? Хочу попасть, у меня имочка пока не идет. Малыш. Слышь, малыш, Оренян будешь малыш называть, понял? На нахрен! Папочка. Воу, блядь, туда, туда! Биг Дэдди Бум. Слушай, неплохое такое название у тебя. Блин, посмотри, у нас весь диван завален едой. Да, это такой кайф. Я бы... Не скажите, что вы не плачете, блядь. Скажите, что вы после этого будете плакать над всякими этими, блядь, комедиями по типу Хатика, блядь. Они... Как грусть перерастает в агрессию, потом непонимание, что происходит, осознание того, что все потеряно и ничего не вернуть. Блять, я не знаю. Кто не плакал над этим, тот бездушная скотина. Слушай, неплохое такое название у тебя. Блин, посмотри, у нас весь диван завален едой. Да, это такой кайф. Я бы не хотел это все убирать, если бы мы здесь были с тобой ради секса. Я бы хотел все это сбросить на пол и въедить. Ну давайте, блядь, вы там накидывайте клипы девочек, блядь, давайте посмотрим, посплетничаем. Макрица сейчас сказал, что Эвилон лижет тебе пизду. Но это очень некрасиво. Ебать вы уебаны просто, блядь.
стороны Макрица так говорить? Что для тебя красота? Нет, я не сказал, что лижет пизду. Я бы никогда не сказал такого про Вадима. Я сказал, что он носиком чисто туда залез, пошуршать там, знаете, вот это... Принюхаться. Батя, на этот трек уже слушает, блядь, год вот это. Что для тебя красота? Ебло или поступки? Зачем? Блин, а потом... Ладно, потом я удивляюсь, откуда кибербуллинг идет. Окей. Ну, как бы да. Ебать, вы уебаны просто. Такая подстава, пиздец. Может, не образ, может, она правда, ну, изменилась, поменялась. Не знаю. Насчет Ани ничего не знаю. Я никогда никого, даже тогда, не хейтила. Подъехала. Вот. Я просто и так все это знала, чем мне вообще, блин, типа, все это было понятно. Не знаю, Таня просто, мне кажется, правда, ну, не то чтобы изменилась. Подъехала. Как объяснить? Мне тоже не нравится, когда она строит из себя слишком... Как тебе попка Арина? Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что, блядь, я хорошо общаюсь с Караваем и не хочу портить свои отношения. Но жопа отменная, как конечно, да. Милую прям вообще. Вот. Это как-то... Не знаю. Не идет. Ну а так, я верю в то, что вот у нее же парень есть, вроде все серьезно. Ну, Вадим, иногда... У меня тоже парень есть. Где заниматься сексом? Грязный секс в еде, мы бы все в жиру были и в соли. На дубовом паркете. Да ну какая разница, что ты думаешь о паркете-то? А убери бы... Сейчас не попадет. Еще виндоу. Да вы рофлите! Спасибо Twitch FM, блядь, что подписал. Ебать, спасибо Twitch FM. Без тебя бы мы... Без тебя бы мы не поняли. Еще виндоу. Да вы рофлите! Тайминг, блядь. Вы рофлите! Тварь. Кусача тварь. Нельзя кусаться, сучара. Знаешь, где я вырос, чмо? Контент подъехал. Ты знаешь, где я вырос, чмо? Ты знаешь, где я вырос, чмо? Так, Twitch FM, ты должен это вырезать и подписать тайминг, блядь. Обязательно. Тиета вообще. Twitch FM, не забудь это вырезать и написать тайминг. Ты ж, спасибо за 50... Ой, ебать. Посмотри на него, ведь это самый стрёмный хрен. Эй, Рома Макривский. Kill Steam, лучший скам-проект в истории. Нет. Лучшие домены на Авито и Луи-Боксбери. Большие проценты для наших воркеров. Что? Приватная платежка, редкие 900, полный отмыв денег, ссылка на lolsteam https://lolsteam.online/30. Я не могу скипнуть, 3, 5, 7, 8, 8, 5, я нажимаю остановить, блять, оно не останавливается. Не это текст остановить. Это текст остановить. Ты знаешь, где я вырос, чмо? Долбаем, подключай стрим, я сказал. Да иди ты нахуй! Я не понял, это троллинг, блядь, 500 рублей, это... Это троллинг или тайминг? Осуждаю вот эту хуйню, блядь, ебать, минус 500 рублей, вот это нахуй, да, ты ебал. Стоп, твой любимый саппорт мне донатил, походу, твой любимый саппорт, это, наверное, троллинг какой-то. Вот, Twitch FM уже сделала, блядь, для следующего этого ролика нарез. Ты знаешь, где я вырос, чмо? Ты знаешь, где я вырос, чмо? Так, Twitch FM, ты должен это вырезать и подписать тайминг, блядь. Ты знаешь, где я вырос, чмо? Ебать. За мат извинись, хуил, и отключай. Twitch FM, ты видел? Двойной тайминг. Двойной тайминг. Напишешь тайминг в скобочках x2. Типа модес за 50 рублей. Ебать, ты нищий, нахуй. Просто раздеваю, бля. Кто смеется, блядь? Он закрытым ртом смеется? Стоп, или у меня в голове кто-то смеется? Погодите, блядь. Я нихуя не выкупаю. Стоп, я сейчас реально... Сейчас я реально начинаю задумываться.
знаешь, где я вырос, чмо? Слышишь, сына, вырубай нахуй. Как он смеется? Ты знаешь, где я вырос, чмо? Я то нищий, но волк, а ты богатый, но животное из зоопарка. Спасибо, долбоёб, спасибо, Мадес, за 50 рублей. Стоп, я... Ну, такой фейс у меня. Я буду сейчас шизоидом, если я предположу, что он... Что он говорит с закрытым ртом. Открыл дверь. Мне кажется, у котов включается режим иногда. Типа, они нормальные, нормальный кот. А потом просто... А, это в Дискорде? Да ну нахуй, серьезно, блядь? Да не, вы пиздите, в каком Дискорде? У чаров ли тебе, блядь? Я должен стать ебанутым тупым котом, который будет кусаться и прыгать на тебя. Ты знаешь, где вырос, чмо? Волки, плюс в чат. Ауф. Ауф, спасибо за 50. Да ёб твою мать. Ты знаешь, где я вырос, чмо? А Лео молодой, когда галку дадут. Узнавал на этот счет. Узнавал, пока не знаю, когда дадут. А что если... Кабум! Ты долбоёб, конечно. Нихуя я придумал, классно, я не знаю, какой-то шизоидный выпуск, блять, я не понимаю, кто-то... Ты знаешь, где я вырос, чмо? Билли Джин насрал в кувшин. У. 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 Спасибо за... Ты знаешь, где я вырос, чмо? Привет, Рома. Прочекай минутный ролик, как бы не было тяжело до конца. Чатик, когда он начнет чекать, отключите звук https://auto. Сука! Если сейчас мутуется, тогда не смогу чекнуть, сорян. Но я открыл ее сейчас. А, тупо о музыке Хейли. Чуть погорячился, бля, все, ребят. Ебать, стоп. Доброе утро, нахуй. Ты знаешь, где я вырос, чмо? Я ебал тёлку Макровского. Кого, блядь? Кого ты там ебал? Уточни. Чуть погорячился, бля, все, ребят, спокойной ночи. В рот ебал ту игру, блядь. Ты знаешь, где я вырос, чмо? Сука. Ты знаешь, где я вырос? Знаешь, где вырос, чмо? Ебать тайминг, ебать тайминг. А то я шучу, а... Рано или поздно... О! О! Сука! Да! Нихуя ему нож, нихуя! Иди нахуй, гов... А сколько стоит он, блядь? Ебать, он тысяч 30 блядь, стоит, блядь, нахуя это говно открывал? Ебаная ковырялка ануса, блядь! Сука, ну... Ковырялка ануса 30 тысяч, наверное, стоит, да? Хотя это, блядь, вроде дорогое или говно? Убийство, классический нож. Бля, сколько миллионов стоит, пацаны? Ой, гав... Опа, у меня уже пара началась, а? Всё. Посмотри на него, ведь это самый стрёмный хрен. Эй, Рома Макривский, это мой best hate. Yeah. Рома Макривский, это мой best hate. Эй, Рома Макривский, это мой best hate. Какой нахуй троллинг? Я вчера 50к занёс. Пососе шок. Ты знаешь, где я вырос, за... чмо? Всего за 500 рублей, ебать, не покупаю. Я хотя бы до 150 рублей. Заебешься, а то. Ну, посмотрим, повыше, наверное. Но я просто в тролли ебаный, блядь. Так я нихуя не выкупаю. Спасибо за 500 рублей, блядь, но я не выкупаю. Знаешь, меня наебали вырос, или чмо? Не наебали. Вот нормальный выпуск. Чекай 2.40 https //www.youtube.com Вещички-то собираем потихоньку. 0rt&% равно 16s. Спасибо за 500. Ой, за 50, за 500. Спасибо всем, блядь. Нихуя, блядь. А я этим так умею. Просто, блядь, у меня не повар, а клоун в квартире. Смотри, она все умеет, блядь.